учился, будет на немецком языке, у нас есть хороший переводчик, Николай. Vielleicht sage ich etwas vorher zu meiner Arbeitsweise. Also, da ich bin Fotograf, sieht man an den Bildern. Ich fotografiere analog. Die Bilder, die hier hängen, sind mit einer analogen Mittelformatkamera entstanden. И в Южной Америке, находясь, невозможно не наткнуться в какой-то момент на личность Александра фон Гумбольдта, исследователя, который не приехал на этот континент как конкистадор, не пытался покорить эти народы, а наоборот выступал против рабства, он активно боролся за права коренных народов. И если посмотреть на отношение южноамериканцев к личности Гумбольдта, то он воспринимается, в отличие от всех остальных, далеко не как покоритель. Меня радует, что до нас дошли люди, и достаточно много людей сегодня. Добро пожаловать. Где они могли бы доверять мне, где они могли бы раскрыться, и где могли совершенно спокойно вести беседу. Я начала искать контакт с женщинами. Und man könnte vielleicht hier Menschen auf der Straße ansprechen und über das Projekt erzählen und vielleicht würde ich sie oder sie überzeugen lassen, dass ich ein Porträt von ihnen mache. Dort zu Hause, also dort ist das Zuhause aber wirklich die Privatsphäre und man hat keinen Zugang. Ich habe sehr viele уличные фотографии. Связано это с тем, что благодаря интервью я узнала об обществе, о том, как египетское общество работает, значительно больше.